Приветствую вас, друзья, на моем канале. С вами Михаил и Живая Сталь в эфире. А сейчас, я даже не знаю, мы всех бойцов использовали, можно сказать. Решили, кто самый лучший, кто самый быстрый, кто самый сильный. И сейчас мы тогда просто будем устраивать зарубы. Давайте сделаем так. Я сейчас возьму атома. Атом. Против. Сейчас такого не сильно супер крутого, но не супер слабого. Вот, как раз. Призма. Неплохо. Флюкс. Так. И Датен. Ага. Нет, все-таки давайте вот. Призма. Я думаю, самый оптимальный вариант, который может быть. Вину поближечки. И сейчас посмотрим, как он справится, как я им справлюсь. Он танцует, выплясывает. Хорош, конечно. Смотрите. Чуть ли не в два раза больше он меня, да. Ну, сейчас проверим. Оп. Удар очень медленный, И не... Блин, смотрите, ни одного удара я не попал. Да что за хрень-то такая? Стопэ! Вот это зря было. А, давай. Вот не попал, конечно. Смотрите, какая фигня. И еще и выделывается, да? Он меня сейчас навтыкает. Оу, увлекся. Кстати, очень быстрая выносливость. Я не привык к такому, что она очень быстро выдыхается, можно сказать. Твою ляха-муха, да что ж ты делаешь-то? Вот прямой удар неплохо еще проходит, а вот по корпусу как-то слабовато идет. Это что? Смотрите, да я не могу его сбить никак. Твою, блин. Он блок даже нормально не делает опять. Мало того, что он меня сильнее по уровню. Стопэ, сейчас мы тебя... О, смотрите, я даже свою руку об него сломал. Ну. Вот так вот я его могу победить. Бесспорно. Стоять. Ладно. Свалим его. Все-таки справляется парень со своими задачами. Как и в фильме, наверное. Но все равно. Тяжеловато еще. Я говорю, геймпад начинает тупить. Пропускаем много ударов. Ну что? Железная маска. Ух ты, блин! Стопэ, мужик. Давайте его... выдохся! Ух ты, смотри, через блок впечатал. Лады. Все равно у меня больше шансов его поломать, потому что рука у него в проблемном состоянии. Да и жизни у него меньше. Вот, смотрите. Вот что я и хотел. Опля. Неплохой ударчик был. А ты так умеешь? Нет. Походу нет. С выносливостью дело плохо. Смотрите, две руки уже себе поломал. Ну-ка. Стопэ. Ага. Закончим дело. Не хочет он. И выносливость, да, я не привык, так она... кончается просто, я не знаю, как вода сквозь руки вытекает. Что это было? Нет, подожди. Ну что ты делаешь-то? Ёпте. Вот так вот нафиг. Ну наконец-то. Да, если сравнивать этих бойцов, которые оригинали шли и DLC, то, конечно, несравнимо. Слабоватенький. Но все же. Смотрите, он мне тоже голову помял, я смотрю. Вот этот удар мне очень нравится. Хупля! Смотрите, я ему сейчас вторую руку, да, уничтожу. Это будет классно. Попасть не могу. Попасть! А вот он по мне попал. Молодец. Ну что, давай. Блок. И.
Ну-ну-ну-ну-ну. Я, конечно, все понимаю, но ты же уже ходячий труп. Смотрите, мажу. Опля, прямо в челюсть. Да уж. Ну, победил, как-никак. Мог бы быстрее, конечно, это сделать. А вот сейчас он, да, он уже не встанет, если бы не конец раунда. Это уже 100%. Видите, тяжело было, он сразу на колено пересел. Давайте я голову залечу. Ну что, последняя рука у тебя. Надо как-то позаботиться об этом, что ли. И последняя голова. Ну, она одна. Отлично. Опля. Смотрите, он тоже дерется. Он еще может. Молодец. Вот этот мне удар очень всегда нравился. Ну что? Нет. Красиво-то победить тебя получится. Бум! Ну, типа такого что-то. Конечно, не получилось ему оторвать голову, ну. Да ладно. Ну? Вставай, что ли? Нет, не встанет он, друзья. Дадим ему реванш, наверное. Все же как-то жалко его. Поехали. Матч-реванш, в общем. Опля! Железный дровосек против атома. Бум, парировал неплохо. И видите, очень быстро выносливость кончается. Блок. Хороший блок, только вот против ноги он бесполезен иногда. ТП, мужик. Так, выносливость, выносливость. Что же ты меня подводишь-то? Хоп. Но вот я о чем и говорил. Еще и выделывается. Первый удар, второй удар. Ладно, хоть второй закрыл. А, твою ж медь. Вот этот корявый удар такой был довольно смешной. Вот я и пропустил из-за этого. Смотрите, он оборзел просто. Ах ты, блин. Гоблин ты. Смотрите, он меня уложил даже. Вот что значит расслабился, да? Ладно. Все, легко встали. Слушайте, давайте его вот так вот нокаутирую сейчас. Стопэ. Так, мой удар-то посильнее был, походу. О, вот так вот. Ну что ж, молодец, а там. Не по силам, да, я тебе? Так, против... Еще... Блин, ты, у меня такое ощущение было, что он не встанет. Я уже, знаете, морально его убил, но не тут-то было. Ладно. Давайте на атаку добавим. Там, по-моему, жизнь даже добавляется. Ну что? Призма. Без головы его оставим, наверное, да, на этот раз? Надеюсь, получится. Вам? Хотя вряд ли. Голова-то еще целая. Оп. А вот рука уже нет. Бум. Хотя вот он, долгожданный удар был. Вставай давай. Ну, порадуй меня. 7, 8, 9. Ну что ж ты. Ну что, друзья, вот такой вот короткий бой был. С вами был Михаил. Ставьте пальцы вверх, комментируйте. На сегодня все. Всем пока.